Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просят. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Здравствуйте всех, с Новым годом. Мы в первый раз встречаемся в 2022 году с программой «Добро пожаловаться». И для тех, кто хочет получить консультации, у кого есть вопросы, какие-то непонятные вещи, связанные с коммунальным хозяйством, на ваши вопросы, которые можно задавать в прямом эфире, 67212-93-9, 67213-93-9, можно писать на WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. Так вот, на ваши вопросы отвечают наши эксперты. Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей, с Новым годом. Добрый день, всех с Новым годом. Ну и также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвар Гонтарев. Здравствуйте, Айвар, тоже с Новым годом. Здравствуйте, с Новым годом всех. Да, ну вот пока мы собираем ваши звонки, ваши смс-ки. Да, здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Олег Пек, если что. Да. Говорите. Доброе утро. Доброе утро. Значит, у нас год назад в нашем доме установили дистанционные электросчетчики. Мы платим по факту за лестничную клетку и освещение подъезда. И вдруг в счете РНП появилась строка с сентября месяца, это прошлого года, что коррекция электроосвещения. Что это такое? Может быть, это то, что у нас в одном из подъездов в подвале дворник держит свой инвентарь и частенько свет не выключает в подвале. Может быть, в этом весь вопрос. Второй вопрос. Почему мэр Риги не объявляет энергетический кризис, как мэр Даугавпилса? Спасибо за вопросы. Спасибо. Я только хочу сказать, что все-таки мы беседуем не с представителями Рижской думы, поэтому отвечать за, наверное, мэра столицы вряд ли смогут наши эксперты. Они скорее вот по каким-то вопросам жилищно-коммунальным. Да, пожалуйста. Ну, не знаю, я бы сказал так, относительно тарифа на теплоэнергию, то, что опубликовано и озвучено, это далеко еще от кризиса, который будет грозить Даугавпилсу, раза в 2,5, даже с учетом того, что будет повышаться через несколько месяцев. Относительно позиции, Муштайвер, что ты скажешь, мне непонятно, что за позиция, что за коррекция электроэнергии. Это мне непонятно, и, возможно, просто... уважаемая радиослушательница как-то неправильно прочитала. Ну, непонятно, что там можно корректировать. Ну, про коррекцию мне тоже не совсем понятен был вопрос про энергетический кризис, ситуация с Даугавпилсом. Понятно. У них совпало несколько событий одновременно, и одно из них, что у них закончился договор по поставке газа. Да, из-за этого, поскольку город от него очень зависит, от нас сейчас зашкаливает, и у них получается, что у них проводить сейчас закупку по самой высшей точке, которая исторически была. Да, из этого просто вот, ну, у мэра наверняка не было другого выхода, как объявлять энергетический кризис.
Да, ну, наверное, мэр каждого города руководит городом по-своему. Да, ну, городу, мэру города Риги, наверное, ну, не кажется сейчас, что достаточно признаков того, что нужно в городе объявлять энергетический кризис. Да, ну, наверное, так можно ответить. Угу. Это на усмотрение каждых политиков, да, насколько они видят ситуацию плохой, нестабильной и безвыходной, скажем так. Да, ну, еще раз, наверное, это там решение все-таки каждого города по отдельности. И вот, ну, Даугавпилс такая ситуация. Рига считает, что у Риги лучше. Я вот по поводу вопроса слушательницы нашей, я, может быть, уточню. Мне показалось, что речь идет о том, что дворник в каком-то подсобном помещении, где она содержит, ну, наверное, лопаты, там, может быть, там флаг, знамя, она не забывает выключать свет. То есть, получается, ну, жильцы подозревают, что происходят вот, ну, дополнительные какие-то потери электричества именно из-за халатности дворника, которая где-то вот, ну, в подсобных помещениях оставляет невыключенным свет. И кто должен в этом случае платить, вот, и можно ли каким-то образом повлиять на дворника? Очевидно, в этом был вопрос. Да нет, Олег, давайте говорить так, что вообще-то на самом деле основные потребители общего электричества – это теплоузел, обеспечение его работы, и лифты. Это два главных потребителя. Освещение – это вообще копеечный вопрос, это первое. Второе, про дворника, да, дворник, допустим, какие-то технические службы могут иметь там помещение и пользоваться общей электроэнергией. Но в этом случае речь же идет о том, что есть общий счетчик, который учитывает общее потребление на общие нужды. И если мы говорим о какой-то коррекции, то это означает, что есть разница между показаниями общего счетчика и только я не понимаю, чего еще. Потому что, ну, есть счетчик на общей сети, он показывает, что вы потребили 100 киловатт. Туда включается и теплоузел, и лифты, и включаются и там вспомогательные службы. И эта сумма, которую показывает этот счетчик, она делится на всех по принципу на площадь. Мне не очень понятно, какая коррекция. То есть должны быть какие-то еще внутренние дополнительные учеты. По всей видимости, просто радиослушательница что-то не допустит. Доброе утро. Всем успехов в новом году. Спасибо большое. Все наладилось. У вас, вам а тоже. У меня вот по уборке двора, вот этого перед подъездами, да, с дороги, с проезжей части, нам к дому сгрузили черного снега. Но перед подъездом не прочистили вот эту небольшую дорожку. У нас тут ничего не проезжает, просто к дому подъезд частным этим машинам и общественным транспортом, когда по вызову. Так вот, это все растаяло, большая масса снега. Потом этот бассейнный дом зарылся, закрылся, да? Но неужели нельзя было этого длину дома? Вот и каждый год так. Так, как сказать, нехорошо управляют, это Грегора 4, да, наш дом, адрес. И, понимаете, и вот эти лужи потом, они же все равно машины не разбивают, ну, не пройти нам старым. А мало того, еще на тротуар нагружаются вот эти несчастные, как Александр меня разжалобил, я чуть не расплакалась, что негде им бедным парковаться, джипом этим, они на тротуар. А как нам, бедным старикам? Я думаю, что ж мне плакать? Я не знаю, куда мне соступить с тротуара. Тут лужа или горбыли эти ледяные. Ну, хоть немножко надо рационально, с головой подходить. Неужели там нет инженеров, техников, которые бы учили этих дворников, да? Дворникам, конечно, тяжелая работа, но вот в этом году как-то незаметно их старания особого. А осенью листья сгребали, вы не представляете, чем? Бульдозером нагнали техники. Бульдозер, три машины, и там кучечку, уже под конец листопада, кучечку такую этого листьев сгребли бульдозером вместе со всем этим грунтом и с всем этим зеленым, так сказать, слоем. Вот надо как-то думать, извините, кстати,
Да, будьте здоровы. Ну, вот вопрос прозвучал. Ну, какой может быть ответ? Это вопрос комплексный. Это же не вопрос только, куда сдвигаем снег, хотя это тоже существенный вопрос. Но вопрос еще того, как у нас работает ливневая канализация. Работает ли она вообще? Есть ли она? Потому что я думаю, что в данном адресе проблемы в случае больших ливней тоже возникают. Ну и самое главное, что я скажу, будьте все осторожны. Сейчас такие погодные условия, что сколько бы ни старались коммунальные службы, какие-то, ну, условно говоря, неполадки будут вылазить. Сегодня посыпаешь с утра песком, через 15 минут это все уже покрыто корочкой. Соль использовать нельзя. Поэтому эту корочку льда опять посыпаешь песком, дождь идет, опять корочка льда. Будьте внимательны. Ну что, я могу только сочувствие высказать. И обеим сторонам, кстати говоря. Одним не зная, куда сталкивать снег, а вывозить его безумно дорого. А другим и вода не уходит. А другим вот приходится по всему этому передвигаться. У нас еще один сразу звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы живем в девятиэтажке, и там, значит, на первом этаже очень холодно. Кто-то в 90-х годах без нашего спроса вообще обрезал батарею, хотя в хрущевках на каждом этаже батареи есть. Вот. И кроме того, мы утепляемся, двойные двери делали входные, а сейчас в связи с пожарной безопасностью железные поставили, противоположно, аварийный выход. Ветер гуляет, холодрыга, люди первый этаж вообще не моются в ванной. Что нам делать? Или рекуперацию делать воздух, а девятые этажи открывают восьмые окна от жары. Или утеплять подвал там пенопластом, значит, потолки заклеивать. Что сделать можно без реновации, дорогущий? Спасибо. Ну, боюсь, что без реновации вы ничего не сделаете. Вы сами обозначили проблему. У вас первые 5, 9 и 8 этажи пухнут от жары, а все остальные начинают потихоньку ее недополучать. Это специфика девятиэтажных домов, особенно в том случае, если жильцы верхних этажей поставили современные батареи без согласования со всем оборудованием остальным в доме. Это первая и главная причина, потому что если батареи стоят более мощные не по расчету, то фактически все тепло остается близко к источнику, а источник у вас идет верхний разлив, значит, наверху. Соответственно, остальным не хватает. И без модернизации системы отопления комплексной, которая позволит перераспределять тепло в соответствии с потребностями, то есть наверху оставлять ровно столько. Если вы вспомните, когда вы въехали, то так и было. На девятом этаже батарейки стояли маленькие-маленькие, а на первом этаже большие. А сейчас на первом этаже большие остались, и на девятом этаже появились большие батарейки, еще более мощные и современные. Это первая причина. Вторая. Относительно отопления лестничной клетки. По латвийским нормативам на лестничной клетке должно быть плюс 16 градусов. То есть такое какое-то стойкое убеждение у отдельной части собственников квартиры о том, что если выключить батарею на лестничной клетке, то от этого сэкономить тепло. Ничего подобного. Народ забывает, что значительная часть стен квартир соприкасается с этой холодной лестничной клеткой. Ведь вы же граничите, ведь все эти лестничные клетки, они граничит с, это, собственно говоря, внутренние помещения, которые граничат со стенами квартиры. Отсюда холод. Значит, для того, чтобы вам не страдать от холода на лестничной клетке, надо просто потребовать от управляющего восстановить отопление хотя бы в проектном виде и добиться, чтобы была нормативная температура. Ну и последнее, я не очень понял, вот поменяли дверь на железную. Дело не в том, из какого материала дверь, какого она качества. И есть двери не горючие, аттестованные на пожарную безопасность, и одновременно они являются теплыми.
и они являются и металлическими. Есть разные стандарты, есть разные качества. Просто проверьте, какого качества дверь вам поставили. Если вам поставили пустую жестяную дверь, ну так оно и будет. Если она с наполнителем, утеплителем, со всеми, скажем, уплотнителями, ну тогда будет тепло. Ну, я с своей стороны могу сказать, что если желаете узнать там конкретику по вашему дому, тогда наберите мне после эфира, там мне нужен просто адрес вашего дома, конкретно номер вашей квартиры, если проблема локальная, не глобальная. Если там все перестраивать, так Сергей уже обозначил, да, тогда, скорее всего, ну, не сможем помочь. Да. Если локальная какая-то проблема и управляет домом какая-то из дружелюбных, скажем так, дом управлений, тогда могу набрать там их руководителю или их технический отдел и просто ласково попросить, могут ли они конкретно для вас что-то улучшить этой зимой сразу. Спасибо. Ну и вот у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще раз повторяю, это по первоначальному звонку. Угу. В счете написано электроэнергия, освещение лестничной площадки подъезда. И вторая строка электроэнергия коррекция. Ну как это вам непонятно, что в счете это написано? С сентября месяца это начинается. И сколько там получается коррекция насчитывается? 0,416. Угу. Ну а она в разные месяца по-разному. Запросите своего управляющего, но никто вам не ответит на этот вопрос. Что думал управляющий, почему это делается, что за коррекция? Потому что долгосрочно такая коррекция не может быть. Бывает, что везде работают, конечно же, люди, и бухгалтера тоже, да, и люди, бывает какая-то техническая ошибка, да, не то значение записали и так далее. Но тогда коррекция обычно, она распространяется на 1-2 счета. Если там ошибка большая, суммарно, да, тогда она может быть распределена на несколько месяцев. Но как постоянно, она не должна быть. Здесь Сергей абсолютно прав. Вы запросите у своего домправа, что это за позиция, потому что стандартно такая позиция не должна быть. Тут пришло к нам сообщение, ну, такая конкретная беда приключилась. Значит, на Велдрес 3 на Югле во время празднования Нового года петарда на крыше попала в вентиляционную шахту. Приехали пожарные, залили все сверху, вода по этой шахте пошла по квартирам. Ну и вот пишет нам слушатель, вчера ночью с потолка просочилась вода в ванной. Что еще нам ждать и кто отвечает вот за все это безобразие? Безобразие в том, что запустили петарду. Ну, обращайтесь в полицию, может быть, они найдут того, кто запустил. Хотя шансы, я думаю, почти нулевые. А на такие случаи надо страховать квартиру. Больше я вам не скажу, потому что кто будет отвечать? Ну хорошо, ну найдут того умника, который стрельнул. Кажется, он какой-нибудь товарищ без дохода. Что он? Что с него возьмешь? Ну, максимум, что можно там, ну, посадить, наверное. А может быть, это просто административная ответственность. Страхуйте свои квартиры. Ну, сколько они кричали, что нельзя петарду пускать, и вообще будьте внимательны. Вот видите, результат есть. Так, еще одно пришло нам сообщение, ремарка к звонку. В квитанции от, значит, управляющей компании появилась новая позиция коррекция электроэнергии. Берут деньги за нее. Ну, я понимаю, что аналогичный случай, радиослушательница была права. А что за управляющая компания? Вот непонятно. Тогда попросим, может быть, этот человека, который вот прислал нам с номера, который заканчивается на 093. Вот еще уточнить, что за управляющая компания. Ну, по-любому, ребята, еще раз, вот, алгоритм решения проблемы, он не меняет. РМП, но все равно алгоритм решения проблемы, скорее всего, это какая-то ошибка, которую РМП сейчас перекладывает, скажем так, в эту позицию. Но чтобы толком разобраться, нужно запросить точную информацию, что это за позиция, откуда она появилась, в каком объеме и сколько долго она будет как висеть, вот какая-то доп. Позиция в счете. Да? Ну, здесь уже нужно запрашивать документ. Там, скорее всего, произошла какая-то ошибка, это то, что я предполагал. Вот, но какая ошибка, в каком объеме, из-за чего, ну, это нужно запрашивать документацию, насколько долго вот эта позиция там будет висеть.
Исключаю, что было не учтено возможное повышение стоимости электроэнергии. Скорее всего. Где-нибудь бахнули еще по старым ценам. Да, скорее всего. Угу. Ну и вот смотрю, что на сайте вот Mix News тоже вот появилось сообщение со ссылкой на агентство «Лето» о том, что РНП с сегодняшнего дня планирует начать демонтаж нелегальных, неактивных коммуникаций. Ну, это вот кабели связи в жилых домах, и в связи с этим РНП поясняет, что часть жителей может столкнуться с такой неприятной ситуацией, что подача услуг телевидения или интернета может прерваться, если она, конечно, ну, до этого использовалась и предоставлялась нелегальным образом. Пытались, ну вот, можно ли прокомментировать эту ситуацию, то, что вот ряд людей могут столкнуться с тем, что у них пропадет интернет и телевидение. Я, может быть, сейчас не про то, что делается, а как делается и когда делается. Mm-hmm. В момент, когда вот мы слышим радиослушателей, когда скользко, не убрано, не греет. Заниматься антеннами, конечно, вот самый пик. Остальную проблему, наверное, может обрисовать Сергей, потому что действительно проблема. Но здесь вот еще раз меня чуть-чуть так даже рассмешило. Не то, что будет делать, а когда именно это будет делаться. Почему? Когда очень хорошо, заодно посмотрит на состояние крыш зимы, когда они там забиты льдом и снегом. Но на самом деле проблема существует. Весь вопрос в том, что такое легальное и нелегальное. Легальный поставщик коммуникационных услуг – это тот поставщик, который имеет лицензию и который свою проводку маркирует, и у которого был в свое время разработан проект, который позволял тянуть сети через этот дом. Это официально легальный поставщик. Второе, то, что мы рассматриваем зачастую как нелегально, что никакого согласования по протяжке сетей не было с домоуправлением. Соответственно, эти сети очень часто, во-первых, висят без маркировки, во-вторых, неизвестно, каким образом они питаются от электроэнергии, и в-третьих, они протянуты таким способом варварским, что вредят зданиям. Но я могу привести самый распространенный пример. Вы идете, вы смотрите в стене чердачного помещения, просверлена дырка, и туда засунут провод. Казалось бы, чего такого? Только никто не учитывает одного, что по проводу, на проводе собирается конденсат, он весь активненько всасывается в стену. Если кто-то думает, что это копейки, нет, это даже не стакан, это литр воды в условиях дождя и так далее. И это все очень сильно вредить зданию. Потом точно так же варварски относятся к крыше. По факту нужно, во-первых, заставить всех владельцев проводов обозначить себя, то есть отмаркировать их. И второе, выполнить технические условия домоуправления. У нас в кооперативе жесткое правило. Если ты хочешь транслировать сигнал через наши дома, то ты должен выполнять жесткие технические условия по оснащению и по правилам по установке своих проводов. И мы не каждого допускаем к работе на наших крышах. Это наше право. Это первое. Второе, то, что я бы сказал, давно уже было бы пора сделать единую сеть на все дома, где был бы единый кабель, а каждый из провайдеров мог бы к этому кабелю подключаться. Потому что сейчас творится ужас еще в так называемой телефонной канализации. У нас со советских времен в домах предусмотрена труба там, диаметром 60 мм или 50, через которую можно было протащить все провода радиотрансляции и телефонии. А сейчас, представляете, там по 10-15 провайдеров, и каждый сверху через эту трубу пытается протащить коммуникацию к конкретной квартире. Зачастую у них просто не получается, либо они с силой протягивая, рвут половину соединений. Это частое явление. Тогда начинаются всякие, извините за слово, сопли вокруг здания. Висят там, с чердака спускается провод, он заходит в квартиру и так далее. С этим надо наводить порядок. Что, в принципе, мероприятие полезное. То, что на крыше посмотрят, это еще улучшает ситуацию. Посмотрим, чем закончится. Проблема затянувшаяся, что вот так Сергей сказал, мы тоже обращались по несколько раз там попыткой держателям телекоммуникации привести ее в порядок.
У них даже есть своя ассоциация. Общался также с ними в свое время, когда руководил РМП, и призывал их в порядок, к единому порядку. К сожалению, до сих пор, наверное, я так думаю, все эти такие вопросы по сплочению всех держателей этих коммуникаций тормозит Лателеком. Почему? Потому что Лателеком давным-давно в домах проложил свои сети, у них относительно как бы все хорошо, и они не идут никакого рода на диалог. Им все хорошо, они все время говорят о нашей коммуникации там давно, и мы не хотим с кем вместе общаться. Идея была в чем? О том, что они через ассоциацию подтверждают на каждой серии домов свои типичные решения, как проходят провода через лестничные клетки, как она должна их входить, как должны крепиться и так далее. Но не так много-то серий домов, да, чтобы не подтвердить в ассоциации, например, вот этих держателей коммуникации, вот такого рода типичное решение. Мы, с своей стороны, сказали, что мы готовы там подтвердить это своей ассоциацией дома права. Их несколько, но все равно мы можем тоже с своей стороны так подтвердить. И дальше уже идет реализация по каждому дому, да, там, и в том числе, если размещается какого-то рода техника, которая обслуживает множество там домов или квартал целый, да, тогда как любой держатель коммуникации, так же как Теле2 или там Бита или ЛМТ, если ставят какую-то свою антенну, они платят этому дому какую-то арендную плату, что должна быть установлена также и какая-то вот арендная плата за использование чердака именно этого дома для размещения каких-то специфичных оборудований, серверов и так далее. Потому что это их бизнес, да, да, жители конкретного дома получают от них, какая-то часть получает от них сервис. Все равно это большой бизнес. Посмотрите оборот ЛМТ, посмотрите оборот ТЭТа, да, там. Это только честно, если бы они по какой-то определенному тарифу бы также платили арендную плату там, где они устанавливают свои какие-то вот большие инфраструктуры в чердаке дома и таким образом обслуживают там весь квартал. Да, вот была наша идея, но так как я так понимаю, что Лателеком не хочет идти на контакт, тоже, они, по-моему, они даже в ассоциации это есть, но они блокируют все такого-то рода решения, которые бы заставляли бы их всех сплотиться, их всех обозначить одно место, вот одну трубу, один провод, одно закрытие его, одно визуальное решение, техническое, да. Потому что у них все хорошо. Вот и все. Пока мы с это будет так, ну, да, РНП сейчас пригрозилось тогда, что будет что-то отрезать. Но все равно это корень проблемы не решит. Корень проблемы – это то, что поставщики такого рода услуг и Лателеком как самый большой, они не идут на такое сплочение, чтобы каким-то образом едино решить, как должно в доме это быть, как должны протягивать, как должны обслуживаться, в каком порядке и так далее. Идея была также дигитальных замков, да, потому что для любого домоправа тоже проблема раздавать эти ключи, фиксировать, когда, кому выдал, да, вопрос доступа и так далее. То есть вот идея была до такой стадии разработана, но, наверное, она на данный момент где-то в длинной шуфлядке положена и покрылась пылью. Угу. На самом деле проблема, главная и коренная проблема, о которой сказал Айвер, это наличие вообще воздушной связи. Вот эта воздушка, которая кабели на воздухе, это самая главная проблема. Второе, как они качественно проложены. Но в государстве-то решение этой проблемы есть. Ведь проблема в чем? В том, что в свое время, создавая там Лателеком и выделяя ему государственную долю, ему отдали так запросто, отдали все подземные коммуникации. То есть самое ценное в Лателекоме, одна из ценнейших вещей, это то, что там находятся, в их собственности находятся все подземные коммуникации, где можно протащить все кабеля и так далее, не мешая всему окружающему. Ну, уже во многих отраслях разделили поставщика услуги, поставщика товара от транзитной сети. Выделите сейчас, примите на госуровне, что транзитная сеть, вот эта кабельная сеть, это отдельное предприятие, которое и к этой кабельной сети должны иметь доступ все участники рынка. Ну, проще не бывает. Латтелеком свою услугу поставляет по этим сетям и так далее.
Ну, видимо, никто не хочет на сегодняшний день вообще думать в эту сторону. Но зато Рижская дума принимает решение запретить воздушные сети в центре города. Ну, а чем заменят, никто не знает. Не хочешь, Сергей, именно Лательком, потому что именно такую идею я преподносил им при встречах. И идентично, как Латвэнерго был разделен, идентично, как Латвийсгаза, сейчас есть ГАЗа, да, есть Латвийсгаза. То есть есть вот, именно как Сергей сказал, есть тот, кто держит сеть, есть тот, кто продает у нее какую-то услугу. Да. И идентично, да, самая потом окончательная идея была опускать их всех, все коммуникации через одну шахту. Подземелье, да, то есть под... Где-то и там под... в подвале под коммуницируя с кем хочешь. Но, Айвар, я скажу так, где Латтелеком и где государство? Это не сопоставимо. Что значит «не хочу»? Это все равно, что наш ребенок чего-то не хочет. Ну, тогда есть методы убеждения, поощрения и принуждения. Но на самом деле Латтелеком, если не хочет, а государство поднимает руки, то это смешно. Государству невыгодно поднимать руки на Латтелеком и что-то менять в том порядке, где есть, потому что Латтелеком начинает убеждать, что, ребята, ну, нужно такие дивиденды нанесем там в год, да, там, ну, у нас но же... Но их-то дивиденды-то не сократятся от этого. У нас ведь между... это будет дочерняя компания. Так что тут... Да-да, ну, смотри, они, у них аргументация сразу. У нас международный акционер, он же сразу обидится, да, там, не трогайте нас, да, там, не мешайте. Ну да, вот тем временем нам пишут слушатели, что вся эта история напоминает вот с проводами провинции в Юго-Восточной Азии, что вся Рига опутана, и это выглядит очень неэстетично. У нас... Ну а другое решение. Да. Как получить, если вы хотите получить, от кроме как от Латтелекома, сигнал интернета, то у вас нет варианта. Вы можете или... Все будут получать от Латтелекома сигнал, потому что это будет подземный сигнал, либо по воздуху. Третьего варианта-то нет. У нас много звонков, сразу по двум линиям. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Да. У меня такой вопрос, скажите, пожалуйста. Если такой параметр, как минимальная температура в квартире проживающей, есть. Если она есть. Не... Да, если она не превышает 16 или 17 градусов, могу ли я получить какую-то компенсацию за непредоставление услуги отопления? И вот Рига Силтум составлял несколько раз акт замеров приема температуры в помещении, с которым я не был согласен, так как измерения проводились не термографом, а лазерным термометром. Они мерили температуру в конкретных точек. При этом они выставляли и писали в акте только максимальные значения температуры. Вот. Я хотелось бы услышать, при какой минимальной температуре я могу не платить или платить половину стоимости, если обслуживающая организация в лице Рига Силтумс не может обеспечить в моей квартире... Ну, условно заданную мной температуру. Ну, начнем с того, сказать, с температуры. По латвийским нормативам в жилом помещении не может быть меньше плюс 18 градусов. Это средняя температура по помещению. Это первое. Второе, относительно измерений. Я не знаю, чем вас не устраивает лазерный термометр, и какой термограф вы имеете в виду. Вы имеете в виду тепловизор, что ли? Так, да, у них точность совершенно разная, у лазерного термометра точность измерения намного выше, чем при тепловизоре. Это второе. Значит, измерение по точкам. Да, есть методика, она сохранилась с советских времен, что для того, чтобы определиться со средней температурой по помещению, замеряется несколько точек. В районе окна, в районе торцевой стены, ну там есть своя методика, там несколько точек. Что значит максимальное значение? То есть, если прибор настроен правильно, то берутся те значения, которые он покажет. Значит, это первое. Второе. Может быть, в результате измерений констатировано, что температура достигает норматива и не достигает. В случае, если не достигает, вам надо обращаться не к Рига Силтумсу, потому что у вас договора с Рига Силтумсом нет. У вас есть договор с вашим домоуправлением. Рига Силтумс наверняка может выдать
заключение дома управления, если он обслужит по договору субподряда ваш дом, то в чем причина того, что у вас нет температуры достаточно? Дальше достижение, вообще мероприятие по достижению температуры в вашей квартире до нужного нормативного значения – это забота дома управления. Кого он привлечет для этой работы, Рига Силтумс или, скажем, Латвия с газа, это вам совершенно не важно. Домоуправ обязан разработать мероприятие и добиться достижения нормативной температуры в результате технических либо других мероприятий. Платить меньше только с общего собрания собственника, решения собрания собственника квартиры вашего. В принципе, у вас должна быть температура. Не может быть ситуация, когда человек живет в антисанитарном условии. Ну, к сожалению, это так. Спасибо. Да, следующий сразу звонок, чтобы успеть нам еще ответить. Здравствуйте. Я насчет коррекции электричества. Да, есть ВРМП. Так что не так все просто, наверное. Спасибо. Вы ВРМП спрашивали, я прошу прощения. Да, кто-нибудь ВРМП вопрос задал, что это за позиция? Или на сайте посмотрели? Я не нападаю на вас, просто мне интересно. Ну, кто-то поинтересовался где-то, что это такое? Как мы с Сергеем предполагаем еще раз, что это просто кто-то, скорее всего, забыл поставить актуальный тариф, и счета прошли просто по старому тарифу электроэнергии. Но для убеждения, это так или не так, вы должны запретить конкретную информацию у РМП в этом случае. Я смотрю, у нас уже осталось совсем очень мало времени, а пришли несколько вопросов. Ну вот они связаны с тем, как получить дело дома, учитывая там сложности в ситуации коронавирусной. И, ну, тут ряд еще вопросов. Я думаю, что мы, наверное, тогда ответим, ну, чтобы сейчас не скомкать, не получился ответ каким-то таким неполноценным. Я еще раз благодарю всех наших звонивших, тех, кто задавал вопросы, конечно же, наших экспертов. Сегодня на ваши вопросы отвечали председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом управления частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев. Спасибо вам. И тогда до следующего понедельника. Вопросы я пришлю, чтобы мы начали как раз следующую программу с ответа вот на поступившие вопросы. Спасибо большое. До следующего понедельника. До свидания.